Ход строительства самого большого образовательного кластера в Подмосковье проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Работы здесь начались в 2021 году. На данный момент строительная готовность школы на 2200 мест превышает 40%. Сдать объект планируют в июле 2023 года, чтобы 1 сентября ученики и педагоги приступили к занятиям. Это самая большая школа будет в Подмосковье. Самая большая, только нет пока. Взяли объект. Вовне еще такая аналогичная. Ага. Это сколько у нас сотрудников? Здесь около 250 будет с техперсоналом. Штатка, да? Да. Это только на школу? На школу. Только на школу. И 94 сад. 94 сад. 94 это с техперсоналом уже. На данный момент в здании идут монтаж внутренних инженерных коммуникаций, систем вентиляции, черновые отделочные работы, обустройство светопрозрачных конструкций, подведение тепловых сетей, водопровода и канализации. В текущих процессах задействовано 145 рабочих и 6 единиц техники. Нехватки строительных материалов на объекте нет. С мебелью проблем нет, соответственно, с отделочными материалами нет. Фасады заменили, это были импортные. Все российского производства. Все российского производства. Подмосковье делают и панели финишные в России, линолеум сейчас. Качество российских материалов ничуть не уступает зарубежным аналогам, заметил начальник участка компании-подрядчика. Что касается качества, хуже, лучше, ну, такой же. Не хуже. Те же самые бренды. Там что раньше не использовали? В России используются, но просто были меньше, скажем так, локализованы. Сейчас больше заводы сейчас работают на 100, на 120%. Угу. Работы по строительству детского сада на 400 воспитанников завершены почти на 80%. Здесь уже завершают облицовку фасада здания плитами из керамогранита. Внутри идет финишная отделка, специалисты монтируют технологическое оборудование пищеблока. Руководитель муниципалитета пообщался с будущими сотрудниками нового дошкольного учреждения и сообщил, что объект планируется сдать в декабре этого года, а после январских праздников у него уже пойдут первые малыши. В конце декабря должны с вами торжественно здесь провести утреннюю елку вместе с родителями, с детьми, а после январских каникул уже запускаться. Также Андрей Иванов отметил, что в связи с большой очередностью в Гусарской Балладе планируют открыть еще одно дошкольное учреждение на 100 с лишним мест. Дефицит большой скопился, больше 1000 детишек в детский сад, поэтому везем этот большой садик. И вот, наверное, все знаете, здесь недостроенный еще есть небольшой садик на 105 мест. Тоже его достроим, наверное, к сентябрю следующего года. И у вас будет и этот объект управления, и рядом стоящий. Общая площадь здания детского сада в образовательном комплексе составит около 5500 квадратных метров, а школы – порядка 30. На прилегающей территории обустроят спортивные игровые площадки, проведут комплексное благоустройство и озеленение. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».